Воу-воу-воу, я только создал битву, а тут уже у нас стырили флаг. Привет и всем, с вами Саша Джаггернаут, это 89-й вроде ЛП, да если я не сбился со счету. Играем мы тут, короче, на флажки на 10 минут на карте лагерь. Как мне кажется, это довольно-таки самая такая, что ни на есть, неизвестная карта. То есть, раньше еще до ребаланса, я помню, ее как-то еще создавали для боев. Тут, напомню вам, тут был посередине вот такой островок, на который как бы это невозможно было, как бы, ну, на него спрыгнуть-то можно, но уже с него куда-то там попасть на чужую базу не предоставлялось возможности. И поэтому тут CTF не был доступен, тут были только килы одни. Вот, и как-то вот так вот. Эта карта, ну, имела еще какой-то спрос, там, у рельсоводов тут пострелять, то есть, от фризов, чтобы там никто им, никакой фриз не мешал, они чисто вот так вот стояли и лупились. Вот. И как-то вот так вот. А, меня искалечит. Вот, и сколько я не смотрел, очень мало этих карт было создано там у каких-то там летсплейщиков. Так, вот там рельки, короче, засели, и вот так вот стреляют по мне. Ладно, я как знал, короче, одел продигу, успел я убить только двоих. Ё твою ж письку, как я так залез-то. Так, надо сейчас выбрать такое именно место, из которого в меня было трудно попасть, а у меня был бы хороший по ним прострел. Так, вот, в общем-то, релька нас спалила. А чё, она не хочет по нам палить? Ну ладно, как хочешь. Так, да-да-да. Только жалко, что ты прокосишь. Так вот мы по этим кемперам вот так вот будем лупить. Так, нет, у нас так не выйдет. В тем временем, пока легкие корпуса тут у нас лупятся. Так. Главное нести максимальный урон по их базе, чтобы хотя бы... О, красавчики, доставили флаг. Все, не зря я тут стоял. А Иська меня сейчас полечит. Твою ж. Я думал, она у меня сейчас ДДшку мою единственную отожрет. Так, ну все, я готов, в общем-то. К серьезным действиям. Так. Че, кого еще? Тебя? Бух. Кто там? Что-то у них кто-то еще респанулся. Уйди! Тупая какая. Не люблю я таких. Так. Успею, нет? Успею? Да, успел. Уе, бэйба. Так, сейчас кто-то вылезет. Бух. Ах, сука, шафт. Смотрите-ка, шафт зашел. Какой пиздюк тряпочный. Фриз. Шта? Просто вот гений тактики. Я по сравнению с ним вот сосу реально. Он такой тактик хороший. Сейчас Изиду, смотрите, Изиду воткнут на... Так, все, Изиди втащили. Так, вот какая сука, а? Так, фри... Снимай. Че он тут делает? Как он сюда пробрался? В смысле он его не мочит? Это че, получается фриз-саботажник какой-то? Давайте-ка, модеры, тьфу, баньте, быстро. Видос есть. Да ладно, неужели я по нему попадаю? Вряд ли. Так, минусанули мы. Так, чё, попробуем в атаку пойти. Чё ты, шаф? Вот на эти прицел сбил. О, опасненько. Бух-бух-бух. Так, по Изидёнку, по-моему, я всё-таки попал. Сейчас мы вернем флажок на место. И пока вот Васпик наш едет, сейчас Изиду эту снимут, я более чем уверен. Ё. Что-то я на забор аж закозлил. Вот он где фриз нужен, вот. А теперь вот, если бы он поехал назад и взял бы флаг, это бы вообще было Чикаго. Так, шафт, ты чё, шафт? Не успеешь ты по мне стрельнуть? Да, я же говорю, не успеешь. 2-0 в нашу пользу. Хорошо, ну просто против нас хурирельки М2.
Вот, а у нас, считай, у двоих хорошая будет защита от рельса. Поэтому как бы нам тут не особо это все страшно будет. Ну, шафтик тут еще, ну, подумаешь. Ну да, подумаешь, он, если. На первом месте я пока держусь 15-2, УП у меня 7-7,5. Вот, пока, по сути, все идет по плану. Сейчас мы еще попробуем доставить флажок. Тут, кстати, я только сейчас заметил, что тут реверсивные флажки. Да, потому что, как бы это, поменяли тут все. Раньше вроде. А, раньше же тут и не было этих флажков. Да, это сейчас вот сделали по реверсивному. Да, выговорил. Такс, такс, такс. Ты что, мою визитку хочешь обидеть? Нет, ничего у тебя не выйдет. Я тебе прицел собью. Так, вот у нас и Фризик сюда на базу подъехал, хорошо. Изида вообще, ну, нормально так. Это то, что она вначале не адекватила, это она тут компенсирует полностью в бою. Бегает за нами, лечит. Неплохо, неплохо. Бух. Да и Фриз вроде сгодился. А то я что-то на него это ругался в начале битвы. Что типа это, зря его ты одел. А нет, тут знаете, на базе против релик это просто Чикаго. То есть, ну плохо, что М2, был бы М3, а М4 вообще было бы что-то. Вот. А так, нормально, нормально. Тащим, ребятки. Ах, у них тоже Зида. Твою ж коромысло, а. Подцепила она меня. Ладно, зато на больших расстояниях она будет глотать. Инфа сотка. Я вам базарю. Так, по мне рельку дали. Оп. Ням-ням. Так, ну ладно, давай. Только ты сзади ехай и лечи. Поняла меня? Конечно, она меня не поняла. Тут же нет голосовой связи. Хотя, как ее не хватает иногда. Вот хочу, чтобы в Unity танке была голосовая связь. Вот прям вот необходимо. Крайне необходимо. Так, пока все нормасик. Сейчас по нему ДДшку дали. Я и слил. Так, ДДшка падает. Надо ее не проворонить. Ну и куда ты дальше крутиться будешь? Оп, некуда крутиться. Тут еще у нас Фриз подоспел и Зитка. Вот, в общем, пока процесс идет. Так, оп. Че, Зитку будешь обижать? Да, Зитку уже обидели. Они убили мою Зитку, я убил ихнюю. 1-1. Это как песня какая-то есть. Ты убьешь моего негра, я убью твоих двух. Что-то там. Ты обидишь мою девочку, я закопаю твоих сук. Кто слышал, лось ставьте. Кто не слышал, тоже ставьте лось. У нас потекла синяя команда, из синих кто-то вышел. Но, тем не менее, осталась минута, и я не думаю, что прям вот этот вот новый игрок поменяет в корень события на нашей битве. Вот. Думаю, в сухую мы тут сейчас затащим все. Так, зашла у нас вроде Жига. Ну, а Жиги тут ничего такого нету нам. Никакой антипользы не будет. Чё? А, Изида. Опа. Блин, слили. Окружили меня, паскуда. Ну не, у нас флаг не доставят, вражеский. Вот, 6-0, в общем-то, конец битвы на неизвестнейшей карте, которую можно тут придумать в танках вообще. Вот, кстати, кадр был прикольный для превьюшки, наверное, я его оставлю. Ты чё? Он Изиди скинул, он как благородный чел скинул флаг Изиди. Так, рикошет. Ты тут не кстати. Я на первом месте, УП у меня 6-4. Нормас. Вот, в общем-то, ребята, до скорых встреч. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. За сегодня, может, я еще сниму какую-нибудь ЛП на какой-нибудь карте. Кстати, открытие. Я не знал, что можно стрелочками переключаться между битами. Ну-ка, если нажать на Enter. Нет, не заходит. А хотя жалко, хотя вот это вот как раз-таки не хватало. Вот, вниз, вверх, пожалуйста. Щелкаются у нас битвы. Вот, ачивка вам.